Ичкачка. Полюбил девчонку я при встрече сразу, но молчал, мне говорил, чтобы не сглазить. Умная, красивая, во всем серьезно, но характер это просто невозможно. Заставляет изучать Шекспира, ходить в музеи, смотреть картины. На французском задает вопросы, а мне так хочется сказать ей очень просто. Инчка, Инчика, говорят при встрече в мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это просто гениально. Инчка, Инчика, говорят при встрече в мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это так-то гениально. Я не знаю, сколько сможем подержаться, как с проблемой этой будем разбираться. Но я верю, что любовь всегда сильнее, и понять друг друга все равно сумеем. Буду я во многом соглашаться, стану я в искусстве разбираться. Только ты должна всегда при встрече всего лишь дать ответы на вопросы эти. Инчка, Инчика, говорят при встрече в мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это так-то гениально. Инчка, Инчика, говорят при встрече в мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это просто гениально. В мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это просто гениально. Инчка, Инчика, говорят при встрече в мире все армяне. Инчка, Инчика, это так-то оригинально, это просто гениально.